Школьная эстрада 2023. Конец летних каникул, впереди новый учебный год. К его началу в Самаркандской области подготовлены 1262 школы. За счет средств республиканского бюджета в регионе строятся еще два учебных заведения. Продолжается реконструкция и строительство дополнительных корпусов в 32 школах. Благодаря этим объектам вместимость образовательных учреждений области увеличится на свыше 10 тысяч мест. В текущем учебном году первый звонок прозвенит для 88 533 детей. Все они получат специальный президентский подарок. Белгиленген. 47-я школа Акдаринского района принимает в этом году 101 первоклассника. Всего здесь учатся 910 учащихся. Перед началом занятий в учебном заведении проведен ремонт 56 классов. Установлены солнечные батареи мощностью 10 киловатт. Также отремонтированы 8 котельных и создан запас угля на осенне-зимний период. 36 тонна кумар. Захирамыз бар, утен захирамыз бар, хамда 10 киловаттлы куяш панели куйилган. Тежамкор лампалар куйганмиз, хамда 8-та қозонханаларимизда иситиш тизимимиз хам ўша тежамкорликка асосланиб қурилган. Встретить учеников после летних каникул готова и 51-я школа. В ней обучаются 530 детей. Рюкзаки и школьные принадлежности в качестве подарка от президента получат 64 первоклассника.